Такая вот красота. Дорожка такая красивая. Здесь вот подсветочки идут вечером. Все уложено. Плитки красивые. Это детские карусели, которые не работают. Каток. Это объект Собянина. Здесь все ухожено, чистенько, аккуратненько, уютненько. Как только какой праздник открывается, день города, ну и какие-то проходят здесь развлекухи. Вот эта шикарная карусель детская, которая работает раз в год. В районе больше негде покататься детям. Но почему-то не пускают, не открывают. Вот сейчас я покажу вам городской, сразу вот после этого объекта, дорожку города. Вернее, даже, ну, как города, но, наверное, не знаю, как. Ну, не Собянинская, так сказать. Вот, смотрите разницу. Я вот иду. Вот здесь вся подсветка. Вот оно все ухожено. Трава зеленая достаточно там. Вся скошена. И вот мы подходим к границе сразу же. Вот асфальт. Не пойми какой. Вот это вот плиточка тут бордюрная. И вот граница участков. Вот пошло. А вот здесь грязь не убрана. Вот такая разница. Никакой подсветки, старые фонари. Ну, еще хорошо вот эту дорожку сделали. Здесь вообще дороги не было. Ну, как-то, наверное, стыдно стало переход на ту красоту с этой. Решили немножко ее приблизительно подлатать.